И всем привет, ребята, с вами Егор, и добро пожаловать на канал Allegendary. Сегодня вместе со своим подписчиком буду проходить это обе. Правда, не по звонку. Здесь то, что у нас получится пройти это обе, но вы ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну что ж, погнали. Так, ну что ж, что, кстати, вебка у нас будет. Мы должны нарисовать это обе. Но, в принципе, это не должно составить никакого труда. В принципе, все легко. Вот, все, мы прошли первый уровень. Теперь второй. Так, рисуем все. Вообще, пока что мы на изи это все проходим. У нас все хорошо. Так, застрял вот там вот где-то. Там вдалеке он застрял. А где он? А вот все. Вот все пошли. Следующий. Ууу, здесь посложили. Ну ничего. Все. Погнали. Все, утина. И пока что мы проходим все. Просто пока что стоит что-то. У нас тут тоже тут есть. В принципе, и так я могу до конца вести все вот так и все. И ничего сложного. Бак. Хоть и недалеко прыгнул, но высоко. Так, он пока что там находится где-то. Следующий у нас. Вот что. Все, погнали. Сейчас, о, здесь камень. Так что тут надо быть поаккуратнее. А, меня уже камень раздавил. Нормально. Аккуратненько проходим. Торопимся. Главное сейчас знать, в какую сторону он поедет. Ух, все нормально. Что он там где-то встает далеки. Очень жаль. Но надеюсь то, что он догонит нас. Очень все. Все, уху, он проходит нормально. Так, теперь еще одна сложная проблемка. Так, все. Сложного нет. Просто спокойно проходим, идем вперед, ничего не думаем там. Так, давай, давай, давай еще доедем, я тебя жду. Давай, давай. Так, у меня, кстати, есть еще два пропуска выбраны, но его использовать я пока что не хочу. Так, во всем на этом уровне, что он там быстренько все пройдет. Так, у меня вон какой уровень. Интересно, можно ли как-то по-другому? Тут нельзя, видимо. Жалко, очень жаль. Так, все, он проходит. Я вижу, как он там прыгает. Свалился? Да, свалился. Ладно. Здесь надо опять какую-то каракатицу нарисовать. Так надо. Фак.
все готово. И нам надо просто идти вперед, и все. Аккуратно, аккуратно, все. Все, мы не умрем, все, мы прошли этот уровень. Что он встает? Вы просто посмотрите на эту голову. Просто идем вот так вот и все. Вообще пока что тут в принципе ничего не заставляет того, что можно запутаться. Так, кстати, где он там сейчас? Что там реки похожи. Ну просто так уровень пропускать, конечно же, не знаю, такой сейчас. Короче, интересно, где он-то покажу. А, все, все, я его вижу, я его вижу. Так, здесь у нас. Все, все, все нарисовал, и теперь проходим дальше. Сюда, вон там на этом уровне. Ух ты, что посмотрим, что тут у нас все легко, просто треугольничек. Рисуем, типа, да? Ну, все. Не знаем, как на лестнице, проблема в том, что они допрыгнут. Поэтому делаем вот так. Ух, все. Здесь вообще все проходится, ничего сложного. 49%, кстати. Так, что тут у нас еще? Ах, и опять это гравитация. Наверное, так. Стук-стук. Аккуратно, аккуратно, аккуратненько. Ай, ну так трясется. Прыгаем, прыгаем. Вот уж смотрите. Видели, как она провалилась? Да, видимо, у него там пока что проблемки. Так, вот. Зато, в принципе, ничего рисовать-то не надо. Наверное. Эх, в принципе, В принципе, туда же можно ничего не рисовать, потому что уровень-то по факту легенький. Просто проходишь и не умираешь. Все, я прошел, даже не использовал кисть эту, ничего не подрисовал, все нормально, все изи. Тоже легко, все делаем так. Это уровни пока что легенькие. Ну, может, конечно, они не будут дальше легенькими. Ух ты, ух ты, что такое? Да блин, не хватило. Почему я не допрыгнул? Ну ё-моё. Так, мне тут не надо делать. Вот так вот. Так. Вот так вот. Всё. Правильно? Правильно. Так, аккуратно. Прыгаем. И, фух, есть. И следующий у нас красный такой вот огромный уровень. Да, ладно, может так и сойдет. Да, зашел в принципе. Да у меня прыжок не нажался, вы видели? Я выйду.
Предаёб. Так, давайте попробуем дальше. Блин, опять. Ай. Вот всё. Машины убили. Так, где тут? Там уже тут тебя всё вижу. Так, что тут у нас там? Блин, гравитация. Может, надо вот так вот. Так, идем вот сюда. Сюда все, мы прошли. Следующий у нас уровень. А, так надо. Да, все, вот так вот на изи прям. Все, 75. Так, хорошо. Просто рисуем вот эту штуку. Все. Оказывается, это обе вообще такое. Ну, один город. Чего нам сложного нет. Ну, в принципе. И так допрыгнул. Ну, в принципе, тут нет никакого труда составить. Все. Так, нажмите на две кнопки, чтобы открыть дверь. А, тут вообще легко. Просто вот буковку ты рисуешь. Все. Вот тебе две кнопочки. У нас что-то. Так, тут нашу. Так, может быть, тут, в принципе. Нет, так нельзя сделать. Просто проводишь линию, такую вот линию, и все. О, 91%, все вообще на легко прям. На изи мы все прошли. 94, а по маске все там все отстают. И опять за гравитацию. Все. Ай, подожди. Так, все. Вот, вы видите эту коробку? Там приз. Так, пока что вот там все игроки наши. Ух, решил. И нам нужно сделать так, чтобы палочка наша попала на эту кнопку. Не знаю, получится ли у нас. Пожалуйста, попади. И да, вот это.
жестко. Все, поздравляем меня с прохождением этого обе. Камон, победа 100%. 31 этап из 31 этапа. И вот он, этот наш огромный подарок. Кстати, ребят, огромное спасибо вам всем за просмотр данного видео. Ставьте лайки, а также подписывайтесь на меня. Также не забывайте вступать в мой Discord сервер и телеграм-канал. Ну что ж, всем удачи, всем пока.